русских оценивается несколько десятков человек, а шведов много более. Два или три судна, целиком нагруженных шведскими телами, были оставлены шведами, и еще часть ушла на кораблях, их унесли, собственно, сами шведы. Главное, чего удалось добиться Невскому в этой битве, по Новгороду не нанесли удар сразу с двух сторон. И это дало возможность княжеству сопротивляться нашествию крестоносцев и два года спустя нанести европейскому войску сокрушительное поражение в Ледовом побоище. 100 великих сражений. Продолжение следует.